Золотой век исследований. Корабли на солнечной энергии бороздят глубокий космос, развозя колонистов и торговцев по всем уголкам галактики. Но даже в Золотой век существуют опасности. Какие-то неизбежны, а некоторые совсем наоборот. Где торговля, там и пираты. Всегда готовые поживиться за чужой счет. В пределах империи эти преступления не остаются безнаказанными. Нарушителям приходится иметь дело с королевским флотом. Королевские световые суда защищают империю вот уже 2 столетия. В схватках с проционскими захватчиками флот всегда побеждал. Но теперь все изменилось. Империя и Процион уже готовы подписать мир. Но на границе появилась новая угроза. Угроза, которая покрыта тайной и оставляет за собой лишь разрушение. Угроза, противостоять которой, возможно, не сможет никто. Дневник Джима Хокинса, курсанта, запись 57. Ненавижу экзамены. Я и на планете сокровищ так не трясся от страха. Хотя не о чем особенно беспокоиться. В конце концов, если я провалю экзамены, то пострадает только моя карьера. Мне дали команду и торпедный катер. Он очень маленький, быстрый и юркий. Но все-таки побольше солнечного серфа, к которому я привык. Если бы мой командный голос не дрожал так сильно, все было бы как надо. Надеюсь, я все-таки сдам эти чертовы экзамены.